И всем привет, друзья, вы на канале Сангрил. Опять раннее утро, опять ты завтракаешь. Я надеюсь, ты встал, проснулся, собрался в школу, на работу, на учебу, куда угодно. Смотришь этот реплей. Да что ж такое-то, почему реплей? Почему реплей, скажи мне? Let's play, мать его за ногу. Поехали, Firewatch продолжить. Я не помню, на чем мы остановились с тобой. Давай называть их реплеями. Почему бы, собственно, нет? Let's play, тоже мне придумали. Хрень какую-то. Я тебе говорю, это просто я переиграл в эти танки. Я не знаю, зачем я это сделал. Я надеюсь, то, что меня слышно, меня видно. Так, мы с тобой увидели медвежий капкан. Тут много медвежьих капканов в хижинах скаутов. Скауты — отважная добыча. Жуть какая. Старое укрытие. Листовка о пропавшем без вести. Читать. Пропал человек, имя пропавшим Мич Майклс. Возраст 31, рост 189, вес 75, короткие каштановые волосы, отличительные черты, обильная растительность на лице. Общая информация. Митча Майклза в последний раз видели около озера Джонси 3 июля 1981 года. В первый раз объявлен пропавшим без вести сотрудниками лесной службы 29 июля 1981 года. Он не знаком с этой местностью. Последнее известное местонахождение Митча видели около озера Джонси утром 3 июля 1981 года. Информация автомобиля. Ford F-250-1972 года, соответственно, бело-голубой, номера штата Монтана, 28-07-32-6. Если вы видели его, или выходили с ним на связь, или обладаете дополнительной информацией, пожалуйста, свяжитесь с диспетчерской службой национального леса Шошони, я не помню, как там. Одну секунду, сейчас еще вот тут вот проверю одну штуку, и будет все вообще замечательно. По-моему, все работает, да, есть, хорошо. То я что-то не подготовился. Закрыть. Ну, оставить себе, наверное. Зачем мне ее тут оставлять? Ой, как неудобно бегать на Ре. Кто ж так делает? Кто делает бег на R? Так, что нам нужно сделать? Найти пожарных в старом лагере скаутов. Но тут нет никого. Как бы, где эта подруга-то? Делайла. Алло, гараж. А это что за тент? Топор. Однако. Пожарные ушли. Да этих ребят нет. Я нашел место, где они сидели. Черт. Топор. Я нашел топор. Если его оставил один из членов команды, он называется Пуласки. Похоже на топор. Эта штука очень помогает. Для того, чтобы пройти через заросли и взять все хорошо. У меня есть топор. А как его использовать опять? Скажи мне, игра, как использовать топор? С? Нет. З? Нет. В? Б? Ладно, что тут у нас? Сральная лента, лопатка. Я нашел небольшую лопатку, возьму с собой, ей можно что, открывать пиво. Уверен на 99%, что она для того, чтобы закапывать помет. Я просто оставлю ее здесь. Да ладно. Даже так? То есть у них все прям вот так вот? Туалетная бумага взять. Она нужна нам? Посмотреть. Бросить. Служебная записка. Эй, Ди, они кое-что оставили. Что-то типа инструкции от их босса. Там написано что-то стоящее. Давай посмотрим. Командиру пожарного подразделения Гранту Карсон, 10.08.89. Межведомственная пожарная служба штата Вайоминг, район Пейнтрок Рейнджерс. Рейнджер, точнее. Короче, это неинтересно. Доктор Симмонс на станции Вапити, регион Торофер. Командир подразделения Карсон. В ближайшие несколько дней вас и вашу команду сбросят в регионе Торофер национального леса в Шошоне. Или Шошани, не помню. Чтобы провести линию контролируемого выгорания к югу от реки Руби. Я пишу вам по поручению доктора Бена Симмонса со станции Вапити. Он связался с руководителем пожарной службы по поводу волнующих его вопросов охраны дикой природы в районе его исследовательского центра. После вашего возвращения кто-то из его сотрудников поговорит с вами. Это необходимо для оценки рисков для дикой природы в этом районе. Я сказал им, что не о чем волноваться, и что линии, которые прокладывает ваша команда, это самая мощная превентивная мера по защите их центра.
несмотря на то, что они будут в полутора километрах оттуда. Но, кажется, им нужно отчитываться страховым компаниям. Спасибо, как и всегда, за вашу помощь. Рич Слюсаренко, ассистент руководителя пожарной службы. Через несколько дней направится в Торофор по поручению доктора Симмонса со станции Вапити. Нифига себе. Продолжай читать. Ой, я думал остановиться для пущей загадочности. Мама всегда говорила, что рано или поздно встречу кого-то, кто ответит мне моими же чего-то там. У них там исследовательский центр, он волновался о пожарах. Кто-то записывал наши разговоры, а теперь мы узнаем, что у них исследовательский центр. Что они исследуют? Нас? Они исследуют нас. Ты думаешь, они изучают тебя и меня? Да, думаю. Может, это исследование двух незнакомых людей, которые говорят друг с другом каждый день? Типа, что будет, если поместить кого-то в изоляции с кем-то? Да, думаю так. Ну нахер их. Согласен. Думаю, нам следует допускать вероятность, что все это просто большое недопонимание. Но если ты видел то, о чем говорит, черт, Генри. Фак, это, кстати, не черт. Хорошо, что дальше? У меня есть топор, и найду путь через овраг обратно к исследовательскому центру. Вернуться на луг вапить. Да ёпомать. Хороший план, выходи на спесь, когда сможешь. Хорошо. Давай, оставить себе. Вапити? Где у нас Вапити? Вапити Стейшн. Бля, я тут. Ну ни хрена себе, сколько мне идти надо. Вы что, сумасшедшие, что ли? А можно мне как-то телепортнуться туда? Я туда не хочу совсем, совершенно. Мне получается на северо-запад уже. Теперь-то, наконец-то. Ух, а, не, это не то, это мы все уже видели. Северо-запад. Надо было в прошлой серии так просрать. Что такое? Расчистить. Хорош. Теперь я могу все расчищать, понял? Смотри, как могу. Зашибись, зашибись. А можно я дерево, допустим, срублю? Срубить. Хорошо. За три удара. Нормально такой дядя-то. Пробел, перепрыгнуть. Хорошо. Погнали. Смотри, как прикольно. Нет, слушай, графа тут обалденная на самом деле. Вот была бы озвучка, можно было бы спокойно и на стрим оставлять. Ты там? У меня возникла мысль. Да. Ты слышал кого-то в кустах? Да. Окей, давай считай, что за нами следят. Или, по крайней мере, за тобой. Где ты сейчас? Ну где? Через овраг перепрыгнул. Я на пути обратно. Лес-то есть. То есть, то нет. Вокруг ничего. Ты кого-нибудь видишь? Нет. Абсолютно точно. Хорошо, тогда скажи мне, что ты думаешь о... Че у тебя там произошло? Делайла? Ты только что кашлял? Нет. А-ха-ха, зашибись. Я тебе говорю, нас слушает. Ведь кто-то вроде другого дозорного не может быть на этой линии, так? А почему не может-то, я не понимаю. Нет, без модификации наших раций это невозможно. Почему? Да что у вас за рации-то такие? Иди в свою башню, запри дверь, не выходи, не используй свою рацию. Я с тобой свяжусь, ты меня понял? Я с тобой свяжусь. I will call you. День 77, друзья, слушай, страсти прям накаляются. Прям я не знаю, что делать. Во-первых, они какие-то тупорылые. Они, походу, не умеют пользоваться рациями, потому что какая разница, ну... Что за чушь? Вышка Торофер, это две тропы, вызываю тебя уже в 50 раз за сегодня. Ты нажрался, что ли? Тебе сказали рации не пользоваться. Июньский пожар продолжает двигаться в нужном, в южном направлении. Делайла, какого хрена? Возьми рацию. Привет, солнышко. Я ненадолго отходила. Чем могу помочь? Ты можешь помочь уехать отсюда. Ты что такая веселая? Я и глаза не сомкнул прошлой ночью. Ты уж и начинаю сходить с ума последние 6 часов. А что такая веселая? Ну, это новый день. Что за день, которым нас одарили? Может, я еще сплю? Может быть, я не бодрствовал всю ночь, зная, что кто-то... Вообще-то я спала отлично. Ладно. Но она явно не договаривает, конечно. Кстати, я тут подумал, висит ли еще на твоей вышке плакат Флорса Леса Шошони? Что?
Это просто правило, чтобы они все висели. Ну, там информация о твоей вышке и видах деревьев в зоне и так далее. Хорошо. Есть так? Есть. А, флоры. Флорсы, блядь. Сообщите в локате. Окей, да, он здесь. Почему ты так себя ведешь? Отлично, просто замечательно. Ты видишь дерево в верхнем ряду, которое слева? В верхнем слева? Это... Нет, не нужно мне говорить. Просто усвой его. Отличное дерево. И в твоей зоне есть место, названное этим деревом, куда тебе, возможно, стоит сегодня сходить. Возможно. К тополю? Оу. Ага, окей. Может, мне и правда стоит прогуляться? Нет ничего лучше полуденной прогулки. Тополь, хорошо. Но, судя по всему, мне к тополю. Сообщить о плакате, это мы с тобой сделали. Ну, потому что тут больше ничего не выделяется. А куда идти, подожди? Идти к тополиному ручью. Тополиный ручей? Две вышки? А как... Как тополь по-английски? Убери, убери, убери. Коттонвуд. Наверное, так, да? Коттонвуд. Есть тут такой? Во, есть. Биг Три. Большое дерево. Зашибись. Есть. Мне получается строго, ну, практически строго на... Куда там? На север, да? Ой, на юг, на юг. Че туплю-то? Север, юг, все путаю. Все путаю. Я тебе говорю, это несерьезно. Запоминайте, ребята, как пользоваться компасом. И не учитесь этого на ютубе. Этому на ютубе. Сообщить об июнском пожаре. Не собирается утихать, да? Нет, поэтому те парни пришли сюда проконтролировать его выгорание. Сейчас мы можем только внимательно следить за ними. За ним. Они не попытаются его затушить? Похоже, что пока нет. Угу, хорошо, все, мне на север, погнали. А то вас вот такой вот стример научит. Где там север, где юг, где запад, где восток, бля. Так, ну да, мне получилось, мне туда вот примерно, где-то куда-то вот туда, да? Хорошо. Погнали. У нас еще есть немного времени, наверное, до этого момента мы, ну, к этому, точнее... Как сказать-то? Добежим до дерева и, наверное, остановимся, возможно. Посмотрим, что там есть. И остановимся. И уже на следующем видео продолжим эту всю развязку. Так, я точно туда иду? Угу. А вот этот чемоданчик мы с тобой помним? Нет, я, по-моему, по нему не проходил. Замок, по-моему, висит. Прыгнуть. А зачем мне прыгать? Че не так-то? Издеваетесь, что ли? Так, ящик с припасами открыть скорее же. 2, 3, 4. Хорошо, что тут у нас есть? Тут у нас есть карта. Самое важное, на самом деле, это все в карте. Тут хоть какие-то тропы нарисованы. Записка. Дженейр. Один шанс умереть. Сральная лента. Шишка. Терминал 7. Случайный спаситель. Записка взять. Давай читать. Рон, очень хочется, чтобы высшие силы не спаслали нам не такие отстойные рации. Обычно я предпочитаю ручку и бумагу, но время от времени было бы хорошо общаться голосом. Моя сестра продолжает оставлять мне сообщения в главном офисе. Я не думаю, что она понимает, что я взялся за эту работу, чтобы не иметь дела с ней или мамой. Я сижу на месте, пытаясь придумать, что ей сказать. Но вместо этого выпил уже четверть бутылки Файв. Скучаю, Дэйв. Я не знаю, что такое Файв. Но, видимо, какой-то алкогольный напиток держать. Так, R. Не туда, вот туда. Ну да, мне как раз вот примерно туда. Погнали, 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 погнали. Главное, чтобы на нас медведь там никакой не вылез. Еще какая-нибудь хрень. Очень странно, что в лесу тут вообще нет животных. Одного енота встретили за все это время. Ну, разработчики, видимо, особо не парились по этому поводу. Ну, конечно, давай мы застрянем.
в локации. Я зачем-то ухожу. Так, где я? Нет, мне туда. Я зачем-то ушел на восток. Вон он, этот тополь. Вот он, тополь, вот он. Правильно же? Я не понял. Как-то я его прошел. Вот же он. Это ж тополь. Убери карту. Или нет? А вон то ручей, наверное, да? Допустим. Хорошо. А он как-нибудь подписан, этот ручей? Ну вот, я на нем. Я прошел мимо тополя. Дальше что делать, мать? Я тут. Можно с тобой связаться как-нибудь? А, вот. Вот это, наверное. Сообщить о местности. Я здесь, у тополиного ручья. Ты видишь там ящик с припасами? Он должен быть где-то рядом. Есть, вижу. Да, найди его, открой. Я сменила код. 5678. Ты шутишь? Я торопилась. Зашибись. 5, 6, 7, 8. Такой довольно сложный код. Подобрать его на самом деле нереально. Рация. 3 слепые крысы и новая рация. Зашибись. А эту рацию, наверное, можно выкинуть. Хорошо. Забрал. Хорошо, я потратил весь день, чтобы достать тебе эту рацию. Я добралась до ящика, соврала рейнджеру, соврала еще одному рейнджеру. И надеюсь, ты сейчас держишь новую, чистую рацию. Ну, вообще, да. Надеюсь. Охренеть, Генри. Нам нужно попасть в тот центр. Ответ. Ты в порядке? Я не знаю, Генри. Какие-то люди прослушивали нас все лето. Каким образом это возможно? Я не знаю, мне страшно. На самом деле тоже, может быть. Кто это делает? Я не знаю, может, кто может за этим стоять. Генри, я работаю на этом уже 30 лет. На этом месте уже 30 лет. Иногда здесь, иногда ближе к Джексону, пару раз у Винд-Ривер. И подобного со мной никогда не случалось. Что насчет других дозорных? С другими тоже такое происходит? Может, они за кем-то еще следят? Ух, это происходит только с нами, все остальные в порядке. Ты уверена? Да. Я пыталась обсудить это с дозорными из Чимни Рок, Лосиной Тропы и Медвежьего Клыка. И все они меня не понимали, спрашивали, в порядке ли я. Вот так вот. Сраный координатор округа спросил, нет ли у меня женских проблем. Так что нет, такого с другими не происходит. И я не буду больше их спрашивать. Я собираюсь найти ответы. Теперь у меня есть топор, скоро мы что-то узнаем. Тебе нужно попасть в тот центр. Позвони, если что-нибудь найдешь. Так, хорошо. Мы обязательно позвоним тебе, если что-нибудь найдем. Но, естественно, найдем мы с тобой это в следующей серии. Хорошего тебе рабочего, трудового, учебного дня. Всех благ. Обязательно забегай на канал. Забегай на вечерние стримы, если это таковые будут, без всяких там форс-мажоров и так далее. Не забывай, что ты лидер, ты личность. Прям вот знай это. Кто-нибудь спросит, скажи, Сангрил сказал. Собственно, на этом всем счастливо, ребята. До скорых встреч. Обязательно встретимся с вами в новых видео и на стримах.